Всем привет! Это новый выпуск «Пойдем отойдем». И сегодня у сундука Днюха, и он нас пригласил к себе. Вон он, кстати, стоит, готовится, гостей ждет. Смотри быстрее, вон. С днем рождения! Таурот-таур спит, бухать до головокружения. И чумово настроение. И чирик-чирик-чирик-чирик. С днем рождения! Здорово, сундук! Happy birthday to you! Чего, блять? Это поздравление с днем рождения по-английски. Иди нахуй! Ты чё? Это пошел нахуй по-русски, понял? Как всегда. Так, сундук, ну расскажи, кто сегодня будет? Сегодня у меня дохуя народу будет, понял? Начальник придет с ним, видишь, какой? Чеплашку специально здоровую приготовил, ложку у нее. Ебало здоровье, то загружать, как экскаватором себе, блядь, в кратер будет, нахуй, вот. И, значит, тяпа, братишка мой, придет обязательно. Блядь, я думаю, ветру въебу сейчас, блядь. С какой стороны он, блядь? Тяпа, братишка, придет, обязательно будет, нахуй, значит, у меня. А ага. Ты будешь, если меня не настоебешь, понял? Зёма, братан, не получится у него прийти, у Зёмы не получится. А у него вообще не получится. А он, конечно, штаны постирал, блядь, они у него мокрые, как он тебе придет, нахуй? Слушай, ну а что у него, вторых штанов, что ли, нет? Какие вторые штаны, блядь, он нормальный пацан, у него одни штаны. Это у вас у москвичей, блядь, по 100 штанов, и все, блядь, рваные. Сундук, вообще-то это модно. Модно, модно, когда на коленках рваные, а не когда, блядь, на жопе, как у вас, блядь. У мужика, блядь, там, сзади, одностороннее движение. Только оттуда, туда, ничего, понял? Односторонка, блядь, там. Короче, смотри, что приготовил на праздничный, давай, значит, давай. Обед, видал? Ага. Опа! Сундук, что это за блюдо у тебя? Это торт. Медовый? Хуёвый, медовый. Видишь, он из макарон, блядь, какой он медовый, блядь. Из макарон, значит, хуёвый. Блядь, я говорю, это он ветру все ебало разбил бы, блядь, узнал бы, где он. Вот ты, макароны, прикинь. А это тебя, что за херня обоссанная на башке? Сундук, вообще-то это праздничный колпак, и он не обоссанный. Сундук, ты что делаешь, блядь? Чтоб ты больше в моих словах не сомневался, понял? На, возьми, будешь носить? Не нужна она мне больше. Возьми, возьми, что, вам похер, что на башке носить? Сундук, ну что ты начинаешь опять, а? Я пришел к тебе на день рождения, купил тебе подарок. Вот, с днем рождения. Спасибо. Что это такое? Отпариватель. Какой нахуй отпариватель, блядь? Что это вообще такое, отпариватель, блядь? Ну где нормальные подарки? Где нормальные подарки для пацанов? Это вот мыло, пепси, противогаз. То, что людям нужно, ты понимаешь, вот людям нужно. Где? Какой отпариватель, блядь? Пойду Зинке предложу. Зин! Зинаида! Зинка, ёб твой рот, блядь! Чё? Тебе отпариватель нужен? Нет! Конечно, не нужен, потому что у него отжариватель есть, понял? Понял. Отжариватель, я типа... Понял. Я вообще в этом мире две вещи жарил, Зинку и картошку. Знаешь, какое у него погоняло? Какое? Балтика-нулевка. Почему? Потому что он в голову не дает. Поэтому берешь свой отпариватель и засовываешь себе отпердыватель. А у меня нахуй здесь? Ты с ума сошел? Он вообще-то денег стоит. Понял я, сундук. Короче, на самом деле, сундук, у меня есть еще один для тебя подарочек. Смотри. Кепка. Ты что, мне питерскую одежду, что ли, предлагаешь, да? Вы там в Москве вообще, что ли? Вам бог жопу дал, вы ее не по назначению применяете, блядь. Вообще уже ебнулись. Сундук, ты что, горячишься раньше времени? Ты посмотри, она вообще с камуфляжем. О, ну с камуфляжем это нормально. Сейчас так вот козырек надо сделать, как, блядь, у нормальных пацанов. А не у вас. Вот этих вот, блядь, без трусов, которые ходят. О! Нормально, да? Да, отлично. Надо вот так ходить, только чтобы это видно было, что камуфляж, чтобы не как пидор. Вот так ты. Здорово! Здорово, начальник! Ничего себе у тебя прикид! Вот это нарядный! Ты специально ко мне на днюху так, да? Нет, это я вчера шурму ел. И форму всю изляпал, поди, да? Да нет, две шурмы съел, она на животе как лопнула, блядь, у меня все, бателье теперь. Ха-ха, вот ты мочишь, начальник, а у меня, видишь, камуфляж видно? Ну. Не как пидорас? Нет. Вот. А это что у тебя за поеботина такая, если, грубо говоря, если мягко говорить, что за хуйня? Да это у меня сигарет закончились, а я к вам иду, там молодежь на площади, кальян сидит, курит. Я говорю, так, молодежь, дайте мне, либо я вам штраф въебу, либо вы мне кальяна даете. Да? И что они выбрали? Блядь, такой ты тупой, если честно, сундук. Тупой? А про тебя фильм недавно сняли. Ты против Кинг-Конга. Ай, блядь, да все, хорош, хорош, начальник. У меня сегодня днюха. На днюху даже мусора не пиздят. Так я в полсилы.
Полсил, вот ты сейчас ведь без формы, я тебе как по ебалу лязну, блядь. Не, к этому долбоёбу без формы больше никогда не приду. Ты чё на меня гонишь? Я тебе подарки принёс вообще-то. Конечно, подарки принёс, блядь, днюха, блядь. На, ванное мыло тебе. О, ванное мыло! Пепси. Пепси, блядь! И, блядь, противогаз. Противогаз, ебо! Вот это чёткие подарки. Вот, видишь? А не то, что ты, вот это свой, блядь, отхуяриватель какой-то. Конечно, я знаю тебя как облупленного. А это чё? Торт из макарон? Да. Мой любимый. Конечно, любимый. Какой у тебя, блядь, нелюбимый? У тебя все, что въебало лезет, все любимое, блядь. На, вот, полик у меня здесь, не знаю, валяется, блядь, откуда, от КамАЗа, на, въебло, засунь. Иди сюда, нахуй, ёбаный. Любимый? Иди сюда, ага. Свои пепси, нахуй, иди сюда. Ага. С днём рождения! Блядь, чеплашка. Отъебись от меня, блядь, шакал. Чеплашка, въебу сейчас. Вот то, что все только 0,5 водки помещается, вот это, конечно, жалко, побольше баллон, чтобы сразу... Пятачок. Ага. Закусил. Так и думал. Эх, да это кто, блядь? Здорово, братуха! Здорово! Снюхай родную! Спасибо, картовый крокодил, блядь! Здорово, пацаны! Здорово! Слышь? А у тебя же начальник должен был на днюхе быть, он где? Так вот же, бля, вот, ты сейчас поздоровался с ним. А ты что, как одет? Опять шлюх, что ли, задержали? Бля, там долгая история, короче. Официально. Братух, я что, приехал поздравить тебя и подарок подарить, смотри. Ничего себе, тачка! Тачка, сундук, смотри! А, подержи, противогаз, ломай. Небо, с пиздой на капоте! Прикол, бля, ну. Ничего себе! А чё, следы от рук? Здесь чё, кого? Ебали, что ли? Ебали! Её прям туда, нахуй! Смотри, нормально! А чё она выглядит, как будто 6 раз кувыркнулась? Братух, ну это Логан, они все так выглядят. Не гони, садись, давай. Ебать, колеса грязные, пойди, буксовать на ней можно. Конечно, можно, ну. Ебать, в тополь сегодня въебусь на ней. Ебать, нормально. О, блядь, сигнал. Ну, все. Зинка! Мой пизду, мотор прогрет, блядь! Еба, первая, блядь, первая есть, мне похуй, хватит. Слышите, а может ее это, по базе пробьем? Начальник, да что ее пробивать? Нормальный, чистый автомобиль, что пробивать, скажи ему. Что пробивать? Да, с другой стороны, как будто мне делать нехуй, по базе пробивать, правильно? Вы что, охуели мою машину, угнали, блядь? Так, спокойно, молодой человек, я здесь главный на районе, все, уже ведет следствие. Видите, вы не успели обратиться, а мы уже решили эти. Нарушители скрылись, вот, ведутся работы, меряем, чертим. Вот. Это кто? Это понятые, это опер Сундуков. Блядью буду. Так что, нет, не надо тут, пойдемте, надо, пойдемте в отделение, там, заявление напишем, я вернусь, вам такая пизда всем. Пойдемте, не надо. Какая пизда, что он придумал? Ну, пойдем, все, с заводкой, давай! Чмовы, ребят. На, блядь! Что, быстрее, с заводкой бежал! Все, поехали! Все, давай! Хорошо. Это то, что я сказал, блядью буду, это неправда! Все, поехали, блядь! В Астрахань на рыбалку, блядь! Заводи! Тихо, братва, не вырубайте видос! Вот мы вернулись, ненадолго прям пропадали, но мы с вами, все с нами в порядке, поэтому, если понравилось видео, обязательно ставьте лайк, напишите комментарий и поставьте колокольчик, чтобы не пропускать дальнейшие серии. В этом выпуске с нами снялся вот мой братушечка, родненький тяпа. Если хотите, чтобы он в наших сериях почаще появлялся, то давайте наберем 50 тысяч лайков. Давайте ставьте палец вверх и пишите в комментариях. Хочу, чтобы тяпа был с вами обязательно. Он будет с нами сниматься дальше, если все будет нормально. Не забывайте то, что у нас есть рыболовный канал, который называется «Люди, у которых клюет». Мы вот этой вот бандой ездим на природу, ловим рыбу, вкусно готовим, рассказываем рецепты, в общем, с кайфом проводим время. Ссылка под видео, подписывайтесь на наш рыболовный канал. Слышите, я в следующий раз с вами поеду, вот такую щуку поймаю. Ты не разбираешься на рыбалку, поймаешь. И не забывайте заряжать на иксов, потому что с ними очень выгодно, блядь.